К сожалению, в Тверь я не поеду. Какого я числа? 12 октября собирался быть на спектакле, у меня не получится. Точнее, не получится у продюсера, с которым я собирался ехать смотреть спектакль. Он, к сожалению, заболел. Ну, такая погода, сейчас болеют все. Это неудивительно. Поэтому на завтра, если вы надеялись меня увидеть в Твери 12 октября 2023 года, к сожалению, меня там не будет. Вот, мне жаль, я хотел увидеть актеров, хотел еще раз увидеть спектакль, но я не оставляю желания взаимодействовать с труппой театра, со спектаклем, и очень хочу приложить к нему руку для того, чтобы те аспекты, которые были не до конца доведены в спектакле, были доведены до конца. Поэтому в этом смысле на меня можете положиться. Но зато у меня будет прекрасная возможность в эту пятницу в более полноценном режиме, не с колес, не с поезда, провести мероприятие по ораторскому искусству у меня в студии. Так что нет худа без добра. Все.